И вот паралия вырвались вперед. Несколько упревших. Народу. Воскресенье, 19 июля 2020 года. У народу сколько на паралив, сколько за с моря идет. Улыбочку я вас сзади снимаю. Улыбочку сказали, блин. Да не ртом, а булками. Вот компашка идет на море. Мы идем с нашими отдыхающими первый раз за все время пешочки. Вот почти самый мой кафе Софина. Вот цены вам. Борщ 50, харчо 80, солянка 90, салат Цезарь 70, оливье 60. Я так отдельные вам цены говорю. Горячий шашлык из свинины 70, котлета по-киевски 80, долма 35 одна штучка. Плов 100 рублей, лагман 100, манты 100. Вот такие вот цены. Мы на параллели без 20-12, вон сколько народу. Здесь вот под навесами меньше. А так вот. Ну что, пару заплывов я сделал. Море теплое. Хотя здесь немножко видно. Водоросли. А так море непрозрачно, но зато теплое. Народу много здесь. Постоянно видите пачанга. Даже вечером с шампанским, говорят, едут. А вон еще один прогулочный катер едет. Граф также предлагает до Благовещенской косы за 500 рублей. Катамараны, таблетки экстремальные. Бананчики, вот бананчики наши отдыхающие съездили 500 рублей человека. Целый день все предлагают, всякие развлекалки, парашютики летают вот вдалеке, видите. Народ. Забито. Ну вот мы со своими отдыхающими сходили первый раз, покупались с компанией, которые второй год к нам приезжали, все отлично. Или туда пойдем? Пойдем. Камера хранения, видите, есть все. Вода теплая. Что еще сказать? Банан 500 рублей человека, 10 минут катаешься, купаешься в открытом море. Катер скоростной граф до Благовещенской косы тоже 500 рублей. Катер с соломенной крышей, морская прогулка 500 рублей, детям сок, взрослым шампанское, вино, таблетка 500 рублей, короче, все по 500. А народу, видите, даже не уходит сколько. В обед жару самую, 3 часа сейчас. Припекает хорошо. Так что у вас тоже есть возможность все это застать, приехать отдохнуть. Welcome to Vidzio Village. Всем пока-пока, чао.